11 ноября 1942 года в Индийском океане к юго-востоку от Кокосовых островов состоялся один из самых удивительных морских боев Второй мировой войны. Вообще Индийский океан стал ареной для множества удивительных историй. Один бой кормарана против Сиднея чего стоит. Но наш рассказ о не менее, а возможно даже более удивительном сражении. Во Второй мировой войне страны-участницы Германия и Япония, по примеру Первой мировой, продолжили практику рейдерства. Только к надводным кораблям массово добавились подводные лодки. Разделение труда, если можно так сказать. Подлодки просто топили корабли, а рейдеры зачастую захватывали их и с призовыми командами отправляли в свои порты. Японцы очень неплохо пополнили свой флот таким образом. И вот 11 ноября произошло то, что произошло. Бой между двумя японскими рейдерами и британским недоконвоем, состоящим из танкера и корвета сопровождения. Для начала представлю участников. С японской стороны были два настоящих рейдера. Настоящих, потому что хоть их и строили вроде как пассажирские теплоходы, но за деньги военного ведомства, а значит, военные корабли, эти суда, переделывались очень быстро и просто. Вообще планировались как скоростные транспорта, но можно было использовать и в качестве рейдеров. Хакоку Мару и Айкоку Мару имели водоизмещение 10 438 тонн и максимальную скорость до 21 узла. Предполагалось использовать их для рейсов в обе Америки. Но с началом войны их переоборудовали во вспомогательные крейсера, то есть, если перевести на нормальный язык, рейдеры. Основным вооружением были 140-миллиметровые орудия, каждый корабль нес их 8 штук. Кроме того, две 76-миллиметровые зенитки, два спаренных зенитных автомата калибром 25 мм, два спаренных 13-миллиметровых пулемета и два двухтрубных 533-миллиметровых торпедных аппарата. Вишенка на тортике. Каждый рейдер имел по два гидросамолета. Без катапульты, правда, но с кранами, позволявшими быстро спускать на воду и поднимать самолеты с нее. В общем, довольно стандартно для вспомогательных крейсеров того времени. Достаточно для того, чтобы устроить финал любому гражданскому кораблю, чем в целом эта сладкая парочка и занималась, причем довольно успешно. На счету японских рейдеров были к тому времени потопленные американские пароходы «Винсент» и «Малама», британский пароход «Элизия», захваченный голландский танкер «Генота», который призовая команда доставила в Японию. И он вошел в состав императорского флота под названием «Осё». Новозеландский вооруженный пароход «Хаураки», включенный в состав флота как транспорт снабжения «Хокимару». То есть за весьма короткий срок два рейдера пополнили японский флот двумя кораблями, плюс оба корабля регулярно снабжали топливом и продовольствием подводные лодки, которые работали в районе. В целом были заняты делом. Утром 11 ноября юго-восточнее Кокосовых островов наблюдатели Хококумару обнаружили на горизонте маленький конвой, одиночный танкер в сопровождении эскортного корабля. Хококумару повернул к ним, Айкокумару двигался в 6 милях следом. Капитан первого ранга Хироси Имазото решил сначала потопить военный корабль, рассчитывая, что после этого танкер сам сдастся без боя, как это ранее произошло с танкером «Енота» и вооруженным пароходом «Хаураки».
точно говорят. Хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Теперь стоит рассказать о тех, кого догнали бравые японские моряки. Танкер был голландским, назывался «Андина». Но использовался Нидерланды, как бы уже были все, британским флотом. Корабль был по водоизмещению даже меньше японских рейдеров, 9070 брутторегистровых тонн, и мог передвигаться со скоростью целых 12 узлов. Когда британцы поставили танкер себе на службу, то вооружили его одним орудием 102 мм и четырьмя зенитными пулеметами. Правда, расчеты были не абы откуда, а вполне нормальными кадровыми британскими военнослужащими. Вторым кораблем был корвет «Бенгал». Вообще, по документам, он проходил как минный тральщик. Но как тральщики эти кораблики фактически не использовались. А вот в качестве эскортных кораблей вполне зашли. Это была серия кораблей проекта «Батхерст», которую начали называть корветами. Корвет «Батхерст» имел стандартное водоизмещение 650 тонн и полное 1025 тонн и мог развивать скорость до 15 узлов. Вооружение варьировалось в зависимости от того, что было в наличии, но обычный набор состоял из одного 102-мм орудия и трех 20-мм «Ирликонов». Для борьбы с подлодками служил гидролокатор «Астик» тип 128 и до 40 глубинных бомб. Корабли обладали неплохой мореходностью, поэтому широко использовались для сопровождения конвоев и десантных операций в Тихом и Индийском океанах в течение всей войны. Итак, две 102-мм пушки против 16 140-мм и 12 узлов против 21. В общем, как пел в песне Владимир Семенович, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Действительно, голландцам, индийцам, британцам не светило ничего, поскольку нежный нрав японцев был уже печально известен всем. Наблюдатели с Бенгала обнаружили неизвестный корабль, и командир корвета, лейтенант-командер Уильям Уилсон, приказал развернуть корабль навстречу неизвестным, одновременно пробив боевую тревогу. Тут за первым нарисовался и второй рейдер. Оба корабля шли без флагов, но британцы вполне распознали в кораблях японские вспомогательные крейсера. Все стало печально. Уилсон прекрасно понимал, что уйти не получится. У японцев огромное преимущество в скорости. Поэтому капитан принял решение задержать рейдеры и дать возможность танкеру скрыться. И приказал по радио «Андине» уходить самостоятельно, назначив точку встречи. А сам отправился в последний и решительный бой навстречу рейдерам. В целом мысль была неплоха – подойти к противнику на минимальную дистанцию, чтобы использовать свои зенитные автоматы. «Не убью, так отперфорирую», – видимо, Уилсон забыл о торпедных аппаратах у японцев, либо просто не знал. Но японцев это тоже устраивало. Они рассчитывали утопить назойливый корвет, а танкер захватить и отправить в метрополию. И японские корабли открыли огонь по Бенгалу. Тут произошло очень странное событие. Мы никогда не узнаем, насколько отмороженным психом был капитан танкера Вильям Хорсман, но он был очень своеобразным товарищем. Вместо того, чтобы попытаться скрыться, Хорсман прикинул шансы на успех. 12 узлов против 21 и тоже пошел в бой. А что, орудия есть, боекомплект, аж 32 снаряда есть. Артиллеристы, британские профессионалы, умереть в бою намного лучше, чем гнить в японском концлагере или развлекая самураев в качестве объекта для пыток. И Хорсман отдает команду тоже идти в бой. В общем, сборная британского содружества и Нидерландов атаковала японские рейдеры.
Японцы промахивались, потому что их, наверное, душил смех. Ничем иным, как самоубийством, такую атаку не назовешь. С другой стороны, по кодексу самурайской чести, все было просто роскошно. Экипажи британских кораблей играли на одном поле с японцами. Да как? Третий выстрел Андины попадает в рубку Хококумару. Туда же прилетает шестой выстрел Бенгала. У японцев наблюдается некоторая растерянность. Айкокумару тоже начал стрелять по Бенгалу. Однако попасть в эту мелочь оказалось делом непростым. А вот потом случилось то, что поставило ситуацию с ног на голову. В Хококумару попадает еще один снаряд. Споры о том, кто попал, велись очень долго. Понятно, что экипажи обоих кораблей стояли за то, что это именно они. Но в любом случае, снаряд, отправленный британскими артиллеристами, попал. И попал не просто куда-то, а в торпедный аппарат правого борта, стоявший под навесной площадкой, на которой располагался гидросамолет. Обе торпеды в аппарате, понятное дело, взорвались. Самолет выбросило за борт, но улетая, он посбивал бочки с горючим. Топливо растеклось и загорелось, а потом шарахнуло еще раз. Когда окончательно сдетонировали бочки с бензином, а от них боекомплект орудия номер 3, которое тоже отстрелялось. Короче, показательный такой ролик на тему противопожарной техники безопасности. По итогам фейерверка в кормовой части правого борта образовалась пробоина, достигшая ватерлинии. Хококумару начал крениться на правый борт и понемногу тонуть. Хотя стрелять по Бенгалу японцы не переставали и в конце концов все-таки попали. Правда, британцы засадили еще несколько снарядов в рубку Хококумару, но это уже никакого существенного воздействия не возымело. А вообще и так все шло неплохо. Рейдер мало того, что горел, так еще его и потушить не могли никак. Хококумару строился не как военный и поэтому не имел нужного количества внутренних переборок, а система пожаротушения рассчитывалась не на горящий сотнями литров авиационный бензин. В итоге огонь, вызванный бензином, добрался до машинного отделения, а вскоре вышло из строя все электроснабжение корабля. Хококумару вышел из боя и прекратил стрелять. На Бенгале решили, что самое время рвать когти, потому что Айкокумару был невредим. А вот на корвете снаряды закончились. Потому британцы решили, что все, хватит. Попытались скрыться за дымовой завесой. Но дымовые буи не сработали, и японцы начали преследовать корвет, одновременно пытаясь все-таки в него попасть, хотя бы ради приличия. Попали. Снаряд разорвался в корме в офицерских каютах. Жертв не было, поскольку офицеры были заняты делом. Возник пожар, который смогли быстро потушить. Японцы оказались в сложном положении. С одной стороны, Бенгал демонстрировал желание свалить с вечеринки. Попасть в крохотный корвет получилось, но на корвете смогли все-таки включить постановку дымов. С другой стороны, Андина тоже собралась куда-то в сторону горизонта, но сотоварищ по рейдерству явно чувствовал себя не очень. Примерно через час после начала сражения капитан Имазото, командир Хококумару, получил крайне неприятное известие о том, что огонь мало того, что не смогли потушить, так он еще и подбирается к кормовому артиллерийскому погребу. Капитан Имазото отдал приказ экипажу покинуть корабль, но сделать это все-таки не успели, потому что буквально через несколько минут Хококумару взорвался. Столб дыма и пламени поднялся на сотню метров, а когда дым рассеялся, на поверхности моря оставались только мелкие обломки. Из 354 человек членов экипажа погибло 76. В том числе и командир корабля.
Японцы были откровенно шокированы таким раскладом и упустили Бенгал, который под прикрытием дымовой завесы умудрился уйти. Капитан Уилсон приказал выяснить повреждения. Из примерно 200 выпущенных по Бенгалу 140-миллиметровых снарядов в корабль попало всего 2. Соответственно, все надстройки были посечены осколками, имели место 2 пробоины выше ватерлинии, но все 85 членов экипажа были целы. Никто даже не был ранен. Не обнаружив Андину в точке встречи, Уилсон приказал двигаться на остров Диего-Гарсия. Там Уилсон доложил, что Андина погибла. Британское командование оценило бой Бенгала, и все моряки были награждены, а Уилсон получил орден за выдающиеся заслуги. Так как повреждения Бенгала были весьма незначительны, то после короткого косметического ремонта он продолжил службу. По окончании войны остался в составе индийского военного флота и еще долгое время служил в нем в качестве патрульного корабля. На слом Бенгала отправили только в 1960 году. А с Андиной все было несколько вразрез с докладом Уилсона. Айко Кумару, потеряв из виду Бенгал, повернул обратно, решив разобраться с танкером, в который все-таки попало несколько снарядов. Естественно, рейдер легко догнал танкер, который уже расстрелял свой огромный боезапас из 32 снарядов. Айко Кумару открыл огонь фактически в упор, и капитан Хорсман, будучи человеком оригинальным, но не безумным, приказал оставить танкер и поднять белый флаг, а команде покинуть судно. К сожалению, пока спускали свой флаг и поднимали белый флаг, японцы успели выпустить еще несколько снарядов. Последний попал в рубку, и отважный голландский капитан был убит. Команда смогла спустить на воду 3 спасательные шлюпки и 2 плота и начала отходить от обреченного корабля. Айко Кумару подошел на пару кабельтовых к Андине и выпустил в его правый борт 2 торпеды. Танкер после взрывов накренился на 30 градусов, но остался на плаву. Японцы тем временем занялись привычным им видом спорта, то есть стрельбой по шлюпкам. Стреляли, надо сказать, очень плохо, примерно так же, как по кораблям из орудий. Из экипажа Андины погибло, кроме капитана, 4, старший механик и 3 машиниста. Закончив развлекаться, стреляя по безоружной команде танкера, японские моряки решили, что надо бы заняться спасением своих коллег с утонувшего Хокукимару. Возможно, именно это и спасло команду Андины от полного уничтожения. Кроме того, японцы явно нервничали, не будучи уверенными в том, что с британских кораблей не подали сигнала тревоги и в район не спешат британские или австралийские крейсера. Потому, выловив из воды остатки экипажа рейдера-неудачника, на Айко Кумару обнаружили, что танкер упорно не желает тонуть. Тогда по Андине выпустили последнюю имевшуюся торпеду и промазали. В принципе, логично, если японцы реально начали нервничать. Можно бы было добить орудиями, но капитан Айко Кумару Томоцу решил, что и так сойдет. Танкер рано или поздно, но утонет. Потому рейдер развернулся и ушел в Сингапур. Но Андина не затонула. Когда Айко Кумару скрылся за горизонтом, в болтающихся на волнах шлюпках разгорелась нешуточная дискуссия. Принявший на себя командование первый помощник капитана Рехвинкель приказал команде вернуться к танкеру и заняться спасением. Людей пришлось уговаривать довольно долго и не без оснований, поскольку изрядно покореженный корабль мог утонуть в любой момент. Однако команда оказалась под стать своему капитану, и группа добровольцев под командованием второго помощника Баккера и инженера Лейса поднялась на борт.
Оказалось, что все не так плохо, машина не повреждена, переборки целые, а поступление воды можно остановить. Хотя, конечно, японцы хорошо отделали Андину. В танкер попало 6 снарядов, 2 в носовую часть, 3 в мостик и на стройку, еще один в мачту. В итоге решили бороться за живучесть, пожар потушили, завели пластыря, крен выпрямили путем контрзатопления отсеков. Через 6 часов безумной работы был запущен судовой дизель, и Андина потащилась обратно в Австралию. На танкере ничего не знали о судьбе Бенгала, что сыграло злую шутку. Андина запросила помощи в эфире открытым текстом, поскольку все секретные шифры и коды были выброшены за борт перед тем, как команда покинула корабль. Так как экипаж «Бенгала» уже добрался до базы и сообщил, что Андине хана, то радиограммы с просьбой о помощи были восприняты как ловушка от коварных японцев. И на призывы решено было не реагировать. Хотя вообще-то можно было бы послать боевой корабль, но, видимо, в том районе не оказалось ничего подходящего. Через неделю, 17 ноября, подбитый танкер был обнаружен патрульным самолетом в 200 милях от Фримонтла, а на следующий день вошел в гавань Фримонтла, преодолев за неделю 1400 миль. Примечателен финал истории. О Бенгале и его экипаже я уже сказал, с Андиной вышло почти так же. Весь расчет 102-миллиметрового орудия танкера наградили голландским бронзовым крестом, а капитан Хорсман посмертно был удостоен титула рыцаря военного ордена Вильгельма 4 класса. Учитывая, как японцы отделали танкер, его решили не восстанавливать, а превратили в бензоколонку для американских подводных лодок, исключив из списка флота и поставив на прикол в залив Эксмут на западном побережье Австралии, где была база американских подводников. Однако уже в 1944 году, когда театр военных действий начал расширяться, началась нехватка танкеров для снабжения войск и кораблей. Андину решили возродить и отремонтировать, и танкер отправился на ремонт в Соединенные Штаты, причем пришлось ползти почти 3 месяца. Отремонтировали Андину в Тампе, штат Флорида. Причем сделали это довольно качественно, так что танкер прослужил до 1959 года и был отправлен на слом всего на год раньше Бенгала. Больше, правда, корабли не встречались, а вот кому не повезло, так это Айко Кумару. После возвращения в Сингапур корабль направили в Рабаул. Там рейдер был фактически разжалован из крейсеров, разоружен и использовался дальше в качестве транспорта. Был потоплен в лагуне острова Трук, Каролинские острова, Микронезия, во время операции «Хилстон» американской авиации. Капитан Аиси Томоцу провел полгода под следствием. В апреле 1943 года был снят с должности командира судна и переведен в береговую службу. А не зря говорят, что боги покровительствуют храбрым и смелым. Фактически самоубийственная атака корвета и танкера на вспомогательные крейсера обернулась торжеством боевого духа британских моряков и их союзников и просто кошмарным уничтожением японцев. Случай помог. Не бывает таких случаев. Точный прицел, недрожащие руки – и все прочее. И вот вам результат. Автор текста Роман Скоморохов. На этом, друзья, у меня пока все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ожидают новые публикации. И всего вам доброго.